Добрый день, дорогие друзья. Ну вот и возвращается на Сетонь Парк большой футбол. И сегодня 1/8 финала Кубка ЛФЛ, где западный мега-титан принимает северный хай-тек, некое дерби двух округов, запад против севера. Это всегда интересно, это всегда интригующе. И сегодня хай-тек первый матч проводит в гостях, но есть у нас старые добрые знакомые, о них я сегодня, конечно же, расскажу. И вот хай-тек в черных футболках, они начинают, и первый удар наносит именно футболисты с севера. Мегатитан, я напомню, в белых футболках. 1/8 Кубка ЛФЛ. Первые матчи сегодня. Вообще в Кубке ЛФЛ, надо сказать, что самое большое представительство как раз западных команд. В отличие от Лиги Чемпионов. Лиги Чемпионов, сразу говорю, это у нас остался один ФКСП. А вот Мегатитан и Титан — это те коллективы, которые вылетели осенью из Лиги Чемпионов и теперь борются за второй по значимости трофей. Но вы знаете, сейчас, дорогие друзья, если вы посмотрите на... зайдете на сайт Кубка ЛФЛ, вы увидите там такие команды, которые, ну, действительно готовы были бы бороться за Лигу Чемпионов. То есть по статусу, может быть, да, Лига Чемпионов, естественно, по престижнее, но по уровню команд Кубок ЛФЛ в этом году, ну, никак не слабее. Поэтому будет очень интересно понаблюдать за тем, как наши команды западные будут выступать. И на самом деле-то как раз шанс-то на попадание... ну, так немножко поразмышлять, да, финала у наших команд более чем хороший. И, естественно, Мегатитан — один из фаворитов этого розыгрыша. Но вот пока хай-тек в атаке, хай-тек очень неприятный соперник. И здесь Дмитрий Новиков фиксирует нарушение правил. И, пожалуй, можно здесь с арбитром согласиться. Дмитрий Новиков — главный арбитр матча. Начнем мы с его представления. И помогает ему на бровке Евгений Зубов. Ну и давайте по составу сейчас пройдемся. Состав хай-тека. В воротах Алексей Монахов, два центральных защитника — Михаил Попов, номер 44, и Александр Семахин, номер 15. Валерий Лихобаменко, человек, который большое количество времени провел на Западе, за Барс, который выиграл все возможные турниры. Ну, это один из, на мой взгляд, лучших игроков в ЛФЛ. И вот сейчас Валера удар бьет и забивает своему старому, хорошему, знакомому Сергею Лихонину, но на, извините, на поле нету друзей. Лихобаменко своим первым, по сути, касанием в этой игре открывает счет таким прямым, прямолинейным ударом. Ну и в чистоколе ног Лихонин не увидел и не смог отразить этот удар. Валерий Лихобаменко как раз под номером 16 располагается в опорной зоне. Три центральных полузащитника — Денис Большаков, номер 12, правее. В центре играет Игорь Дриков, номер 14, слева Сергей Решеткин, номер 45, и впереди Виктор Земченков, номер 63. Вот Земченков — один из самых активных по первым минутам. Но вот такое вот начало для Мегатитана не совсем удачное. Ну и состав Мегатитана в воротах: Сергей Лихонин, номер... обычно по ТДА, номер 30, Сергей Алборов, слева номер 18, в центре Сергей Терентьев, номер 6, Никита Сурков, номер 7, справа, Артем Клюев, капитан команды, номер 11, в полузащите слева, в центре Валерий Аванесян, номер 11, справа Евгений Горячев, номер 8, и впереди Владимир Читая. Владимир Читая, да, под номером 10. Ну, такая схема расстановки, она 3-3-1, ничего удивительного нет. Но то, как располагаются футболисты, вот это немножечко, на самом деле, удивительно. Да, во-первых, это Валерий Аванесян в центре поля, что не совсем привычно. Мы привыкли его видеть на краях полузащиты, но сегодня Валерий играет на месте центрального полузащитника. Ну и, конечно, ой-ой-ой, здесь после передачи Семахина, вот так вот, пока я говорю про Мегатитан, сбивает хай-тек. Виктор Земченков подставляет
свою длиннющую ногу под передачу Александра Семахина, и Лихонину очень сложно было сложиться и вытащить мяч из угла. Но вот, казалось бы, да, в принципе, ничего хай-тек сверхъестественного не показал. Передача в штрафную, и футболисты Мегахитана просто оказались к этому не готовы. Вроде к таким простым передачам. Вот уже 0-2 на дома для Мегахитана, конечно, это очень неприятно. Ну, надо сказать о том, что плюс, наверное, для команды, которая пропускает дома, нету мяча, забитого в гостях, да, преимущества вот этого. Поэтому можно, условно говоря, да, сейчас проиграть 0-2, но сыграть ничью 2-2 на выезде, и в результате будет ничья. Ну, что-то из этой серии, да, то есть учитывается гол в гостях, он не учитывается. Вот, ну вот, тем не менее, обескураживающее начало для Мегатитана. Но вот опять же, да, про перестановки я говорил, которые произошли у Мегатитана. Горячев, читая в месте, в стартовом составе, хотя вот предыдущий матч Мегатитан проводил против Коммунара, то есть, в принципе, уже успел втянуться в чемпионат, плюс постоянные спарринги были зимой, но вот сейчас... Наверное, не ожидали того, что хай-тек может забить вот эти два быстрых мяча. Ну, надо отметить, что если в составе есть Лихобабенко, который делает сейчас передачу, да, это уже повод опасаться своего соперника, потому что, ну, Валерий Лихобабенко один из титулованнейших футболистов России в формате 8-8. Один из самых титулованных футболистов, человек, который провел огромное количество матчей за сборную России. Поэтому, если, повторюсь, да, есть такой футболист в составе, ну, любой команды, ну, наверное, значит, эту команду стоит, как минимум, очень трепетно к ней относиться и понимать, насколько она может быть сильной. Монахов с мячом, читая, как идет активно в этот отбор, и взмахивает рукой, так огорчаясь тому, что не получилось прерывать передачу. Очень активен сейчас наброски главный тренер хай-тека. Это Александр Акуненко. Он постоянно подсказывает своим футболистам о том, как нужно действовать. Но пока хай-тек действительно играет очень неплохо. Получается контролировать мяч и выходить за счет нападающего. Да, Виктор Земчиков хорошо цепляется, в принципе. Ванесян, передача. Ну, это для того, чтобы размяться Алексею Монахову. Первая минута. Вот Мегатитан идет прессинг. Ну, да, наверное... Пора уже, да, сейчас начинать прессинговать, простите, такое жаргонное слово, уже горит, что называется, поэтому сейчас надо срочно Мегатитану забить и не попыть, что называется, но и куда вот играть, может быть, сейчас контратака получится, Калюев на правом фланге, налево Горячев. Горячев удар угловой. Тем не менее, Горячев зарабатывает. Так вот, в предыдущем матче, да, и Горячев, читай, как раз меняли друг друга. Но вот сегодня тренерский штаб решил совместить вот этот дуэт футболистов. Горячего поставить налево, как более мобильного, как более агрессивного футболиста. И Владимира Читая, за счет которого можно, наверное, зацепиться. Но вот то, что получается у Земченкова, пока не получается у Читая. Да? Ну, наверное, опять же, не будем камень бросать в огород Владимира Читая. Наверное, отметим, что до Земченкова доходят мячи, а до Читая-то нет, на самом деле. Да? При том, что Читая постоянно ищет возможность для того, чтобы как раз мяч получился. Сейчас Читая цепляется, но вот не получается остановить мяч, при этом мяч остается у Мегатитана. Клюев. Очень большая плотность у хай-тека в обороне, и пока очень сложно вскрыть ее. Терентьев подключается, Сурков. Прострел не получается, мягко говоря. Это передача. Я напомню, что счет 2-0, впереди хай-тек, гости ведут сейчас у Мегатитана. Пока небольшая пауза, у нас, напомню, что сегодня еще
три игры пройдут здесь на Западе. Помимо этой игры встретится еще Титан с дизайном связистом как раз 14:20 и 15:30 Успенская примет усадьбу Банны. Тоже вот интересный матч. Один из фаворитов тоже Лиги Чемпионов, Кубка ЛФЛ, прошу прощения, да, мы привыкли, что Мегатитан и усадьба Банны все-таки это участники плей-офф Лиги Чемпионов. Но видите, еще раз, какой... Ух, какой Земчиков опасный сейчас создает эпизод, и Терентьев не получается у него пока противостоять. Пока Земчиков переигрывает защитника. И первая замена в сегодняшнем матче. Под 80-м номером Андрей Чеверев появляется. Меняет он Сергея Решеткина. Вот, замена по позиции. На правый фланг выходит Андрей Чеверев под номером 80. Владимир Читай здесь наконец-то получается зацепиться. И Попов фолит. В данном эпизоде Новиков находится рядом, все прекрасно видит. Сурков быстро разыгрывает. Сурков. Горячев. Или Хабабенко здесь страхует своих партнеров. Ну вот Евгений Горячев, один из новичков команды, да, Мегатитан существенно обновился, омолодился в это зимнее межсезонье. Но вот из новичков только Горячев сегодня в стартовом составе. И пока что, ну не сказать, что играет плохо, но не проявляет себя, наверное, то, как от него ждут, а здесь Семахин простреливает. И чуть-чуть не хватает Большакову каких-то сантиметров, чтобы замкнуть эту передачу. Но по моментам-то надо сказать, что Хайтек переигрывает Мегатитан. Ну, наверное, и счет это отображает. Пока что моментов у Мегатитана абсолютно нет. Так вот, да, Горячев, который как раз призван был заменить Сергея Кутузова на острие атаки, пока тяжело вливается, хотя это лучший бомбардир первого дивизиона Запада. Играл он еще осенью за Ультру, но вот такие кардинальные перемены. Вот уже он участник Кубка ЛФЛ и возлагается на надежды на этого футболиста. И плюс еще выходит в старте за наш грант западного футбола. И первая замена у Мегатитана. Александр Куксов появляется на поле под номером 4. Вот тоже Александр долго лечился, была у него травма, процесс восстановления затягивался, нужно было приходить в форму. И на прошлую игру Александр вообще был не вызван против Коммунара. И вот сегодня, так скажем, дебют после зимней паузы для Куксов. Выходит он вместо Горячего. Посмотрим, как изменится с выходом этого футболиста. Аванесян. Хорошая передача за спину была на Клюева. Ну, по крайней мере, по задумке Монахов здесь отбивает. Видел он прекрасный полет мяча и труда для вратаря не составило. Ух, каков же сегодня Земчиков хорош, да? Цепляется, обыгрывает. Вот большое подспорье для Хайтека сегодня за счет как раз этого габаритного форварда получается придержать мяч, где-то покатать, да, ну и плюс Земчиков все-таки забил сегодня второй мяч, здорово открывшись после передачи Александра Семахина. Вот сейчас как раз Попов подсказывает партнерам, чтобы чуть пошире мы играли, как раз были зоны для футболистов Хайтека. Но вот перед матчем успел немножко пообщаться с главным тренером Хайтека Александром Акуненко. Команда приехала играть, да, нету какой-то боязни Мегатитана, нету боязни то, что надо сохранить какой-то там
счет приемлемый для второго матча. Абсолютно нет. Команда приехала играть в футбол. И, наверное, такая общая задача у Хайтека сейчас стоит — просто пройти дальше. Поэтому неважно, впереди дома играют или на выезде, Хайтек приехал сегодня за положительным результатом. Ну, пока что для Хайтека все складывается очень-очень хорошо. Но действительно, Хайтек получается игра, постоянное движение, передвижение, точные передачи. Ну и опять отмечу Земченко, да, который проделывает громадный объем работы. Алборов по правому флангу начинает атаку. Передача, ну вот то ли на Читай, то ли на Клюева, не совсем понятно. В результате футболисты Хайтека разряжают обстановку. Аванесян, здорово. Но под левой неудобно, под левой. Для Аванесяна все-таки он правша. И пришлось фалить. Александр Семахин обозначил, что был фол, и Дмитрий Новиков его зафиксировал. Семахин тоже достаточно длительное время играл на Западе, в свое время за Москву играл, потом за Портер играл, но вот пути разошлись, и сейчас за сборную Запада, за молодежную Семахин приглашался, выступал и... И, собственно говоря, для этого футболиста, как и для Лихобабенко, выступление на Западе, они, можно сказать, как приезд домой. Сурков, здорово. Надо зацепиться. Читая, но это фол, конечно же, фол. И, наверное, первая желтая карточка в сегодняшнем матче как раз, то ли, я не помню, то ли Семахин, то ли Попов получает. Нет, скорее всего, Михаил Попов зарабатывает этот горчичник. Ну вот так, да, например, Читай сейчас заставляет центрального защитника Хайтека заработать желтую карточку. И теперь уже крайне аккуратно надо действовать сейчас Попову. Но видите, сейчас Попов как раз с Семахиным поменялся, потому что Семахин пошел к Читая, а Попов пошел к Суркову. Терентьев, короткий розыгрыш Алборовым. Алборов... Валера читает, Валерий Лихобабенко читает все вот эти передачи, загоняет себя Алборов в угол, но и при этом зарабатывает угловой. Или, нет, угловой все-таки. Алборов, прострел хороший! И на газоне оказывается Михаил Попов. Было в штрафной площади нарушение правил. Кстати, у нас замена произошла у Мегатитана. Появился под номером 87 Дмитрий Фатаков. Появился он вместо... Сейчас мы разберемся. По-моему, вместо... Нет, Сурков на месте. Алборов... А вместо Клюева. Вместо Клюева. Ну и у... Хайтек появился под номером 25 Антон Киреев. Фатахов. Уходит от Лихобабенко. Но и там прокидывал мяч. Поле закончилось. При этом с нарушением правил Лихобабенко все-таки сумел остановить Фатахова. Так скажем, ну даже не остановить, а задержать своего оппонента. Штрафной. Ну, точка такая, наверное, для удара. Не сказать, что удобная, но... Наверное, придумать что-то можно в данном случае. Ну, вообще, в целом, да, Хайтек прекрасно знает это поле Сетон Парка, поэтому привыкать, наверное, особого смысла нет. Во-первых, Хайтек, вот после этого эпизода договорю, розыгрыш на Аванесяна, надо наносить удар. Нет, Попов подставляет ногу. Но мне кажется, если бы даже Попов... не летел мяч Попова, да, то Монахов прекрасно видел полет мяча и на удобной высоте, в принципе, брал бы этот мяч. Клюев, ой, здорово! Терентьев с Куксовым здесь разыграли эту двухходовку на угловом, на ближнюю штангу, и Терентьев сокращает разрыв в счете, 2-1, вот так вот Терентьев, ну... Терентьеву тяжеловато, конечно, против Емченкова, где-то там не доглядел, но сейчас он исправляется и сокращает разрыв до минимума. Вот сейчас будет гораздо интереснее. Так вот, Хайтек у нас обладатель
Кубка Переправы здесь, на Сетуне, был обыгран на финальном матче западный «Феникс-9». Ну и плюс «Хай-Тек» выступал на континентальной футбольной лиге. Так что прекрасно знает возможности и поле. Да, поэтому, повторюсь, привыкать «Хай-Теку» к поле Сетунь Парка не надо. Ямчиков вновь с мячом. Но здесь Терентьев здорово играет, но при этом подыгрывает себе рукой. И Новиков фиксирует нарушение правил. И желтая карточка, да, зарабатывает Терентьев. Но вот два защитника центральных, что у Мегатитана, что у Хай-Тека, теперь висят на горчичнике. Поэтому теперь надо действовать крайне аккуратно. У Мегатитана были обновлены края. Вышел Сергей Кротков на левый фланг. И на правый фланг появился один из братьев Шульга. Сейчас посмотрим, под каким номером он появился. Земченков у мяча, Лихонин ставит трех футболистов в стенку, будет прямой удар, удар и голешник-то какой, елки-палки. У Земченкова получается, в обвод стенки, и Лихонин, конечно, прыгнул, но достать было крайне сложно. И вот восстанавливает равновесие в два мяча Хай-Тек, и два мяча было забито, во-первых, Виктором Земченковым, во-вторых, со стандартных положений. Открыл счет Лихобаменко прямым ударом, и вот сейчас Земченков великолепный по красоте мяч, собственно, кладет в самый угол, а у нас Егор Шульга появляется на правый фланг обороны у Мегатитана. Вот сейчас он с мячом, и Хай-Тек на волне вот этого успеха идет в прессинг, да, то есть не обороняется. Здорово, Фатахов, сейчас бы пойти вперед, но вот, вот эти улиточки, он, мне кажется, немножко заигрался, читая, принимать надо, здорово. Нет, показывает Симахин, очень внимательно играет против читая. Ну, конечно, против Владимира всегда играют плотно, иначе здесь может быть опасно. Шульга просит его не трогать. И Лихобаменко удар. Что здесь? Какая-то паника уже получается. Мегатитан и клюет. Здорово. Нет, это Аванесян. Аванесян и Кротков. Здорово. Надо убегать. Контратаку. Смотрит, кому можно отдать. Смещается в центр. Ах, чуть-чуть. Наверное, не хватило силенок Кроткову. Все сделал хорошо. И вот на последний пас не хватило все-таки силенок. Симахин. Вот так Симахин у нас идет. Подключается к атаке, один из центральных защитников Хай-Тека, но он так взрывается у нас в эти минуты игра. Терентьев. Куксов. Диагональ, но Земченков своими длинными ногами, да, перекрывает такие передачи. Читая, цепляется, но надо под Читая это кому-то открыться. Шульга подключается, конечно, но Читая не отдает, зарывается в угол и теряет мяч. Теряет мяч, а вот Хай-Тек хорошо низом выходит. Симахин, Лихобабенко здесь не хотел поднимать Валера. Ну как здорово сейчас играет футболист Хай-Тека. И что здесь может получиться? Лихонин выручает свою команду на этот раз. Ну как Игорь Дрыков сейчас просто в буфет, извините меня, отправил Шульгу сейчас. И, естественно, Лихонина сейчас лишь спасает от краха. И теперь у нас скрывается игра. Куксов. Носил удар, но вот не хватает немножечко движения, мне кажется, Мегатитана. Вот если Хай-Тек понимает то, чего он хочет, как он хочет проникать на чужую половину поля, да, за счет короткого среднего паса, за счет того, что Земченков цепляется, то вот Мегатитан этого не получается. И в частности, последний пас, последний удар тоже вот с этим дела хромают. Вот Земченков отправляется отдохнуть. На его место появляется номер 8 Михаил Подрез. Ну, Земченков отдадим должное. Действительно провел великолепную. Великолепно провел тот игровой отрезок, который у него был. Поэтому два забитых мяча тому подтверждение. Шульга. Кстати, Евгений Горячев появился у нас на поле.
Семахин, он когда как Семахин, какое движение? Вроде бы он один из центральных защитников, а получается, что постоянно подключается в атаку. То в чужой штрафной он оказывается, то оказывается на левом фланге атаки. Вот такой разносторонний, мобильный футболист, но главное, чтобы не вредило атаку в обороне. Вот Семахин. Лихобаменко здесь на подборе. Смотрит, как можно отдать. Здорово. Подрез, ах, поставил сейчас неудачно своему партнеру. И Кукша все правильно, да, да, Саша все правильно делает, разряжает обстановку, не пожаря своей штрафной. Подталкивает Фатахов. Семахин понимает, что здесь нет адресатов для передачи, и подставился грамотно под фолу. Новиков фиксирует все, в принципе, правильно. Попов на подреза. Терентьев первый. Молодец. Здорово. Лихонин. На Терентьева. Лихонин сейчас на позиции уже центрального защитника. На длинной передаче. Но такие передачи читает, конечно, Лихобабенко. Вопросов нету. И здесь надо накрывать. Накрывать. Сурков с Кротковым. Почти. Отобрали мяч. Но ой-ой, как здесь. Лихонин не ожидал, что мяч пролетит. Но, в принципе, вроде бы как контролировал полет мяча. Клюев возвращается на поле вместо Александра Куксова. Что ж, 3-1 у нас пока в первом тайме. И нужен был гол Мегатитану. Он случился. Вроде бы 2-1. Стало, что называется, на тоников. Но вот Хай-Тек восстанавливает равновесие в два мяча. И пока что Хай-Тек абсолютно устраивает такой счет, тем более на выезде. Сейчас Хай-Тек, вот интересно, да, играет один в один. Один в один. И, знаете, очень неприятно играть с такими командами, которые обороняются вот персонально. Практически нету свободных зон, практически некуда давать. Вот такие передачи, ну, которые Лихобабенко, конечно, будет перекусывать. Сурков. Горячего подключает, но передача на Кроткова не проходит. Клюев подключает Терентьева. Терентьев вновь на Клюева. Горячев, хорошая передача, но вот будь Читай, наверное, да, на месте Горячего, все-таки Читай бы смог зацепиться за такой мяч. Передача-то хорошая, проникающая была и удобная. Точно в ноги, но вот Горячев что хотел сделать с этим мячом, не совсем понятно. В результате ни себе, ни людям. Монахов от ворот, несколько минут остается до окончания первого тайма. И на газоне оказывается Егор Шульга. Ну, такие паузы, конечно, на руку Хай-Теку. На руку Хай-Теку. Тем более мяч будет вводить именно гости из-за боковой линии. Была борьба, игровой эпизод. Видимо, не очень приятный такой удар получил Шульга, ну да, в таких матчах надо сказать, что такие моменты, они сплошь и рядом, и действительно надо, ну, что называется, в кулак брать
всего себя и играть именно такой мужской футбол. Ну, Шульга достаточно молодой футболист, и вот к таким играм, да, все-таки с первого раза тоже войти очень тяжело. Здесь может быть опасно. Удары! 4-1, друзья. 4-1. Игорь Дриков пошел в ту зону, как раз прочитал туда, куда должен наскочить мяч, и Дриков просто вколачивает этот мяч без шансов для Сергея Лихонина. Ну вот, честно, просто мне кажется, сейчас нет слов, что происходит на поле. Ну, никак нельзя было ожидать того, что Мегатитан к перерыву будет гореть 1-4. Да, 30 минут – это еще очень много, и можно сравнять, и даже выиграть, но пока что Мегатитана не получается эта игра, и, наверное, виной всему и Хай-Тек в том числе, который заставляет плясать хозяев под его дудку. И пока Хай-Тек действительно переигрывает Мегатитан. Вот опять же, возвращаясь к небольшому диалогу с Александром Акуненко перед матчем. Да, вот так лукаво главный тренер Хай-Тека обозначил, что хотелось бы играть в футбол, так скажем, получать удовольствие, но мы видим, что не только, наверное, получает удовольствие футболист Хай-Тека, но еще подкреплено это результатом, просто великолепным. И свистит Дмитрий Новиков на перерыв. Несколько минут будет для того, чтобы прийти в себя. Но действительно, первый тайм для Мегатитана, мягко говоря, получился просто обескураживающим. Ну, посмотрим, какие изменения произведет Владимир Чита и Александр Голевец в перерыве. Ну что ж, друзья, возвращаемся мы на второй тайм. 1/8 финала Кубка ЛФЛ, в котором Мегатитан принимает Северный Хай-Тек. И пока после первого тайма неутешительный счет для хозяев. 4-1. Впереди гости. И вот сейчас немножко удалось подслушать такие последние наставления наставников команд. Вот, насколько противоположно, вот, интересно, получились мысли тренеров, если Александр Куненко, главный тренер Хай-Тека, попросил... Если не получается, да, длинная передача, то через дом, через зад, низом, то Голевец Александр, да, попросил наоборот длинные передачи туда вперед грузить и там что-то стараться придумывать. Ну, посмотрим, как оно получится. Вообще такая серия неудач у Хай-Тека последнее время, да, хотя по этой игре абсолютно не скажешь, не совсем удачный. Вот здесь начало может получиться, надо забивать. Лихобабенко вновь открывает счет во втором тайме, счет 1-5, ну просто вот, да, вроде ничего такого Хай-Тек не делает, да, сверхъестественно, но все грамотно, все по-футбольному, и Лихобабенко забивает, по сути, в пустые ворота. Ну, классика, да, здесь Мегатитан просто оказался не готов к началу второго тайма во второй раз. И вновь открывает счет Лихобабенко 5-1. Друзья, но это уже похоже на форменный разгром. Что происходит? Честно говоря, у меня просто сейчас слов нету. Да, и продолжение... про Хай-Тек, да, что прервать серию неудачных матчей, найти свою игру. По-моему, Хай-Тек с этой задачей справляется на все 100%. 1 марта как раз Хай-Тек проиграл со счета 1-7 Северному Динамо, и казалось, что какая-то яма у северян присутствует, но, как показывает сегодняшняя игра, пока что проблема у Мегатитана. Это Мегатитан не может найти свою игру. Может быть, сейчас Аванесян? Не точно. Ну и плюс бывает такое, что, да, когда у команды все действительно летит, у другой нет. Хотя у Мегатитана моментов-то особо не было. Да, по сути, подход Терентьева на угловой был единственным голевым, и он был реализован. Остальных моментов действительно нету. Хай-Тек играет просто здорово в обороне. Здесь, конечно, вопросов нет.
Стартовые составы у обеих команд, как и в первом тайме, они начинают. В Хай-Тек, в воротах Монахов, два центральных защитников: Семахин, Попов, опорный Лихобабенко, трио полузащитников: Большаков, Дрыков, Решеткин, и впереди Земчиков, прошу прощения за оговорку. И Мегатитан. Единственное изменение: вместо Сергея Лихонина на поле появляется Илья Гаврилов, без номера пока что он. В основном Мегатитан без изменений. Терентьев в центре, справа Алборов, слева Шульга, хотя вот вместо Суркова, да, Шульга, полузащита в центре, Аванесян, справа Клюев, слева Горячий, впереди Читая. И пока что 5-1 впереди Хай-Тек, счет, который позволяет играть в свое удовольствие, не форсировать и, наверное, по крайней мере, не испортить себе настроение перед ответным матчем. Мегатитану, конечно, надо срочно что-то предпринимать, где-то выжимать из себя, но вот Аванесян сейчас на нем фалят и получает желтую карточку. Игорь Дрыков. Я напомню, что также в 1/8 финала встречается еще Трансконтейнер, как раз к Северному Динамо поехал. ЦДН со Сферой играет, и Феникс 9 со Спартаком Тушина встречается сегодня. И Портер едет также на север к ЦДК. Сегодня у нас интересные матчи. Все остальные у нас... А, ЦДН, да, я сказал. И два матча еще у нас пройдут здесь. Титан примет Дизайн-связист. И Успенская встретится с усадьбой Баны. Ну, я надеюсь, что, по крайней мере, такого в других матчах у нас не произойдет. Но пока что Мегатитан не получается эта игра. Хотя вот из трех матчей, да, которые мы хотели под трансляцию, наверное, самым интересным действительно был один из Мегатитан Хай-Тек, потому что Титан Дизайн все-таки фаворит очевиден, так же как в Успенская и усадьба Банны. Но вот как показывает жизнь, да, сегодня борьбы у нас не получается. Читая фалит на Александре Семахине. Такой игровой эпизод. Читай ставил спину. Семахин шел на опережение. Ну, Новиков находился рядом. Главный арбитр матча. И поэтому зафиксировал нарушение правил. Семахин. Вот чуть-чуть, да, и на Земчикова почти прошла передачу. И это гол, друзья, гол. Просто в створ ворот сейчас бьет Денис Большаков. Казалось бы, такая ситуация не предполагающая, что может быть забитый мяч. И у нас просто форменный разгром сейчас Мегатитана. Это 1-6 получается уже. Сейчас я уже, честно говоря, начинаю путаться в счете, друзья. Ну, Мегатитан не в своей тарелке. Что-то происходит, что-то нужно делать. Финалист, трехкратный финалист Лиги чемпионов, финалист континентальной футбольной лиги, сегодня терпит крах, неудачу. Ну, у каждого, наверное, клуб бывает. Но сейчас читает, и надо забить, постараться. Ну, хорош Клюев сейчас на добивании хотя бы играет и сокращает 6-2. Ну, нельзя останавливаться сейчас Мегатитану. Ну, есть второй матч еще, но есть шансы. Есть сейчас, можно еще забить, постараться как можно больше мячей. Может быть, о выигрыше мы не говорим, но, по крайней мере,
сократить до такого счета, где реально отыграться в ответном матче. И вот Владимир Чутай как раз говорит абсолютно логичные вещи. Надо подвигаться. Мегатитан как будто стоит. Как будто стоит и не хватает движения. Ну, Сурков появляется на поле вместо Горячего. Сурков. Клюв на подборе. Аванесян. Дальний удар по Симахин. Первый. Читая. Ну, не так просто не пройти. Дрыкова. Земчиков. Здорово. Вот сейчас коллективный отбор. Как раз вот позлее надо быть. Позлее футболистам Мегатитана. Клюев будет искать Читая. Небольшая суматоха. Ну, как вот здорово, да, Земченков сейчас разряжает обстановку, теряет мяч, хорош, а вынеся. Ну, вот все подборы, да, вот какие-то микроэпизоды, они в основном остаются с футболистами хай-тека. Терентьев в атаку готовится сейчас. Выйти на замену. Нет, ну передачи все-таки длинные, они не очень проходят, потому что все-таки Попов повыше читая, и читая, ну, верховую борьбу очень сложно выигрывать. Если давать на читая, то, ну, мне кажется, в район, ну, хотя бы груди, да, чтобы читая мог как-то зацепиться, и не так удобно было для Попова. Все-таки вверх Попов снимает очень неплохо. Здесь Фатахов, здорово! Бил в касание. Но вот, да, если у Хайтека все получается сегодня залететь, забить, то вот Мегатитана вот как-то не так. Алборов. Гаврилова. Терентьев. Фатахов, ну или Хабаменко здесь. Просто красавец. Да, вот сегодня, конечно, в центре поля Хайтек переигрывает. Лихобамика играет просто великолепно, перекусывает и передачи, и забивает, и страхует партнеров, играет, ну, выше всяких похвал, как, в принципе, весь Хайтек. Действительно, Хайтек играет очень симпатично. Куксов вместо Шульги появляется во втором тайме. Был небольшой отрезок в первом тайме, когда Александр сумел сделать голевую передачу. Но вот, может, что-то похожее сейчас получится. Сурков. Вот Лихобабенко вновь. Первый. Симахин попроще. Вот так вот. Простая вроде бы ситуация. И только сейчас Сергей Решеткин не попадает в этом эпизоде. Ну, казалось бы, да, обычная борьба, даже Земчиков не успевает, но при этом все равно перескакивает двух футболистов Хайтека. Ну вот как так? Получается, Решеткин вновь, ну, Куксов здесь читает этот эпизод. Ну вот какая-то паника просто происходит у Мегатитана. В обороне любые отскоки, все на стороне Хайтека сегодня. Вот характерный эпизод, да, сейчас Терентьев с мячом. Ну, не стоит, наверное, торопиться, но Терентьев пытается сделать длинную передачу, и футболисты соперника его перехватывают. И теперь Ахатек распоряжается мячом, все-таки немножко дрожит, старается дрожить, не терять на пустом месте. Прессинг Мегатитана завершается тем, что длинная передача от Монахова. Закрой!
Да, если Хайтек все-таки выносит мяч в экстренных, так скажем, случаях, когда действительно уже прессинг настолько плотный, что деваться некуда. Но в целом Хайтек старается дорожить мячом, в отличие вот от Мегатитана. Хотя я вот не понимаю, почему Мегатитан обладает тем подбором футболистов, который мог бы подержать мяч, успокоить, но вот какие-то судорожные конвульсии пока получается у сине-бело-голубых. Алборов ищет передачи, читая, но не проходит сегодня эти передачи, не проходит. Попов снимает вверх абсолютно весь. Сейчас Алборов, да, Алборов сейчас не смотрит. Подсказывали даже партнеры, что есть Аванесян под ним, но Алборов принимает решение обострить, и вот это решение, оно, как оказывается, неверно, потому что мяч оказывается у Хайтека. Ну вот, вот одно из основных отличий сегодня, да, Хайтека и Мегатитан, что Хайтек, повторюсь, я уже не в первый раз, старается дорожить все-таки мячом и не разбрасываться вот своими моментами. Фатахов. По левому флангу вот это рейд, спринт совершает. И может быть сейчас получится забить Читай, но надо забивать, и нет. Монахов выручает в данном эпизоде свою команду. Хотя вот моментик был неплохой. Но Фатахов побежал вот после того, как рявкнул Сергей Терентьев, что пора бы уже бежать, идти вперед. Так подбодрил, можно сказать, своего партнера, и Фатахов обострил игру вот от того, чего не хватает хозяевам в сегодняшнем матче. Ну вот и перестановки пошли у Мегатитана. Алборов возвращается на свою привычную позицию, на позицию опорного полузащитника. Да, ну вот опять же, да, решение перед матчем тренерского штаба заместить горячего Читая тоже вот был достаточно спорный момент. Плюс Аванесян в центре поля, ну, такие неоднозначные решения, да, потому что все-таки футболисты немножко другого плана, а Алборов, да, который как раз может зачистить середину, как раз покусать того же Лихобабенко, да, вот такого злого футболиста как раз в центре не хватило. Земченков, это может быть гол, ну, Гаврилов выручает сейчас свою команду, просто красавец. Куксов, смотри, кому можно отдать передачу, подключает Шульгу. Шульга на правом фланге. Читая разворачивается, и видно было, что голова опущена, и делает передачу, естественно, Читая не планировал, но при этом потерял он ворота, и достаточно далеко от ворот мяч пролетел. Хотя Читай активен, да, вот по поведению Читай видно, что пытается как-то своим примером завести своих партнеров, чтобы немножко позлее. Но опять же, да, вот немножко злобы какой-то спортивной, я имею в виду, не хватает сине-бело-голубым. Вот немножко инертно получается у Мегатитан сегодняшняя игра. Сурков. Читая цепляется. Здорово, Сурков, надо убегать. И чуть-чуть не получается. Удобно себе подработать, мяч улетает, но при этом фол зарабатывает футболисты Мегатитана. Но вот несколько стандартов было сегодня, но извлечь из этого ничего не получалось. Но это розыгрыши поперек, и на этом завершается. Ну, суть потому, что подходит Сергей Терентьев, и как устанавливают мяч, это будет прямой удар в штрафную. Ну, удар, неплохо-то как. И угловой, нет, кого-то задел из футболистов Хайтека. И Хайтек, и Мегатитан находятся в своих чемпионатах на верху
вверху турнирных таблиц. Хай-тек, хай-тек. Два на четвертой и пятой позициях располагается, а вот Мегатитан у нас на третьей строчке западной лиги. И в прошлые выходные, я напомню, обыграл как раз Коммунар, одного из принципиальных для себя соперников. А вот Хай-Тек, например, да, была серия неудач, поражение Динамо 7-1, а вот Хай-Тек 2, например, Хай-Тек 2 обыгрывает вчера как раз Динамо 1-0. Вот и думай, кто сильнее. Хотя вот по уровню мастерства Хай-Тек превосходит Хай-Тек 2, но, например, немножко так не хватает, может быть, какой-то, опять же, какой-то спортивной злости, где-то сыграть на жилах. Ну, по сегодняшнему матчу, конечно, так не скажешь, но тем не менее, да. А Хай-Тек 2, наоборот, как раз желание чересчур, но не хватает немножко мастерства. Вот. Но при этом команды идут рядышком друг с другом. Но по сегодняшней игре, опять же, да, Хай-Тек играет просто великолепно, именно играет в футбол. Но вот опять же, да, если покусать Хай-Тек 2, где-то прихватить, где-то сыграть пожестче, может быть, и Хай-Тек бы поплыл. Да, вот, простите, такое слово. Да, где-то подкусить, где-то позлее быть. Но пока вот Мегатитан не получается этого. Здорово сейчас Алборов. Пошли какие-то хотя бы перехваты в центре поля. Как раз этот Алборов стал их катализатором. Земчиков. Как же работает корпусом этом форвард. Сегодня громаднейшее количество моментов. Земчиков мяч выиграл. И мяч сохранил. И продержал. И забивает он. Лихобабенко. Замена в составе Мегатитана. Появляется Кирилл Шульга, этого брата, сейчас на поле. Ну, посмотрим, вот молодость, азарт, может быть, как-то что-то привнесет нового сейчас в игру сине-бело-голубых. Пока что отдувается Читая. Терентьев. Длинная передача. Ну вот в очередной раз не доходит. Эти передачи не доходят. Терентьев. О, Алборов, прошу прощения. И все. И вот однотипно играет Мегатитан сейчас, потому что забросы на Читая. Ну, сложно. Читая сейчас бороться с Поповым. Действительно, особенно когда вот такие длинные верхние передачи. Да, в принципе, вот опять же, раз, Попов, вот сейчас хорошо, Читая. И находит Кротков, ну поставь сейчас удобно Шульге, и на ударную позицию бы выходил игрок Мегатитана. Ответные матчи пройдут 22 марта, то есть через две недели. А пока у нас 6-2, Хай-Тек обыгрывает Мегатитан. Двойная замена у Хай-Тека. Возвращается на поле Игорь Дрыков по номеру 14. И Земченкова меняет Михаил Подрез. Даже по фактуре эти форварды похожи. То есть, в принципе, манера игры и стиль у Хай-Тека в любом случае остается. Да? И сегодня нападающие Хай-Тека цепляются более чем успешно. Антон Куксин нарушает правила здесь. Тактический фол, все правильно, но вот Сергей Алборов заводится. Заводится и получает тоже горчичник. Ну,
бывают у Алборова тоже такие гневные вспышки, с ними, конечно, надо бороться и как-то помнить Сергею, что была уже дисквалификация, были красные карточки, вот действительно на... Ну, можно сказать, на ровном месте. Ну да, сейчас что, Куксин фалил, вопросов нет, в центре поля все, наверное, абсолютно адекватно, все правильно, точнее, делал, и получил за это горчичник. Как бы Алборов начал сейчас возникать, но мне кажется, немножко не по делу. Ну, наверное, и завестись самому, и партнеров с этой точки зрения, наверное, правильно. Семахин подключается, подрез здорово, поставит мяч, уходит от... Ой-ой-ой-ой-ой, сейчас, если бы не Гаврилов, 7-2, ну, был бы... Полный трэш. Ну как развернул-то подрез сейчас Терентьев? Как легко. И Хабабенко смотрит, нет ли соперника, нету. Хорошо катает мяч Хай-Тек, все в движении, все в открытии, друг под друга. Просто так мячи у Хай-Тека не теряется. И Хабабенко, Дрыков, через вратаря, да, можно сыграть через вратаря, почему нет? Попов и не успевает футболист Мегатитана. Сейчас за всеми постоянно футболист Хай-Тека в одиночестве или Хабабенко. Шикарная передача и добрый вечер. Добрый вечер. Андрей Чеверев со второго касания забивает. Ну все, как по нотам было разыграно. Очередная комбинация великолепная. От футболистов Хай-Тека, да, где-то движение, пас в ноги. И Мегатитан, к сожалению, ничего не может противостоять. Ну, сегодня, наверное, одно из тяжелейших поражений для Мегатитана. Да, было 7 или 6, я сейчас даже не буду, честно говоря, вспоминать. Точное количество пропущенных мячей от Титана, прошу прощения, да, в дерби первого круга. Но там все-таки была борьба до 50-й минуты, да, практически. Был счет 2-2, и ну, стечение, так скажем, обстоятельств, да, что счет получился таким крупным. Да, да, по счету, может быть, как бы уступили крупно, но при этом, опять же, да, не по игре, наверное, тогда 7-2, но здесь абсолютно Хай-Тек по делу все забивает, и вопросов по такому счету, наверное, нету, если честно. Вот сейчас Сергей Кротков, да, теряет мяч и от злости бьет кулаком по мячу. Но вот в этом, наверное, эпизоде говорит о том, что, наверное, каждый футболист Мегатитана сейчас бы стукнул бы по мячу от понимания того, что не получается сегодня ничего, и соперник тебя переигрывает. 2-7, но вот, наверное, уже размышляя о следующем матче, есть ли шансы? Ну, шансы в нашем футболе есть всегда, но что-то нужно придумывать, что-то нужно делать, как-то перестраивать игру. Пока что с такой игрой, конечно, во втором матче не отыграть. Хай-Тек в атаке. Очередной раз. Вот впервые в матче Горячев появляется на позиции нападающего, собственно, на ту позицию, на которую его брали. Посмотрим. В оставшееся время что-то получится ли показать там.
Вот такое ощущение, что футболистов хай-тека просто больше, и Мегатитан сейчас не идет в прессинг, точнее идет как-то частями, не командно, все равно футболисты хай-тека получаются. Они, ой, как здорово, просто стенка, великолепно! Ну, есть еще время у Мегатитана, ну, можно постараться что-то придумать, выудить из себя, ну, так скажем, делая себе некий позитивный задел перед вторым матчем. Но пока, мне кажется, хай-тек ближе к следующему забитому мячу, нежели Мегатитан. Симахин, Кукса, здорово, сейчас контратака, 3 в 2, Шульга будет... Сам, здорово, Горячев. Ну и надо забивать здесь. Ну, очень просто. Монахов такие мячи ловит на раз-два. Шульга, удар и угловой. Горячев угловой, Попов чистит середину. Куксов. Такой же навал пошел на Терентьева. Горячев видел, что мяч прилетит за спину защитником, но, опять же, не успел ничего сделать. Ксурков, нет, вот на какие-то доли сантиметров не получается у футболиста Мегатитана. Лихобабенко, удар, добивание, и подрез сейчас не попадает. Да, ну чего говорить, конечно, сегодня хай-тек переиграл в футбол. Мегатитан что хотел сделать? Мегатитан и как сыграть, честно говоря, так и осталось загадкой. Ну и счет на табло, это говорят. Кротко, фух. Куксов. По сути, даже навал не получается. Смотрю я на те действия, которые сейчас происходят на поле. Вот длинные передачи, акцент на длинные передачи, надежда на то, что там получится, но не получается сегодня у Мегатитана. Да, очень тяжелые, неудобные передачи до нападающих. Вверх абсолютно полностью снят. Вот как сейчас, да, Попов просто сегодня все перекусил там, как и любой из футболистов хай-тека. И навал тоже, по сути, не получается. И все, на этом финальный свисток Дмитрия Новикова. Счет 7-2. Хай-тек обыгрывает Мегатитан. Просто... поражение, которое, наверное, не ожидал никто, но при этом оно случилось. И действительно, это удар по Мегатитану. Надо делать какие-то выводы. Итого, ждем ответный матч через 2 недели, 22 марта. 5 мячей, да, сложно, но при этом чудеса в футболе бывают. И Мегатитану мы желаем показать и сделать это чудо. Ну что ж, друзья, для вас сегодня в эфире был Михаил Меркулов. Играйте в футбол, до свидания.